Вот первый выход мой на Покровке. До этого ходил исключительно на каркасниках, на тайменях, на РЗ-ках, на салютах. Но тут вот приобрел себе сразу два судна надувных. Это Покрафт спутник от компании Time Trial и надувная байдарка Катабайт Оса. Спутник весит чуть больше 4 килограмм в моей комплектации. Да, то есть базовая комплектация, там он по матрех с чем-то килограмм идет. Ну, точную информацию я, может быть, ставлю потом отдельно. Ну, вот, я попросил, чтобы у меня была дека, юбка, потому что планирую на этом Покрафте сплавляться не только вот по спокойной воде, но и по белой воде. Вот, замысел такой, что вместе со своей супругой мы будем вот на Осе, на Покрафте сплавляться по уже более интересным рекам. Но помимо назначения вот такого, конечно же, для клуба нашего молодого туриста этот Покрафт сослужит хорошую службу. Он как сейчас, вот для прокладки маршрутов. Сейчас я забросился в верховье реки на велосипеде и прохожу маршрут, смотрю, где какие завалы, где чего, где стоянки делать. Есть удлиненная версия Покрафта, да, но мне она, в принципе, ни к чему. Я вот, у меня 1,86 м, я, в принципе, в этом Покрафте, ну, как сказать, упираюсь ногами, но привыкаешь нормально. То есть мне комфортно сидеть, очень комфортно сидеть в спине. Предполагаю, что человеку пониже ростом, может, будет не так удобно грести, потому что широкие баллоны. Может быть, не знаю. Мне вот нормально. Я приспособился, понравился. Мне очень комфортно сидеть и грести. И, в принципе, по прохождению. Сейчас вот прошелся по реке. Могу сказать, что ожидал, что скорость будет ниже. Думал, медленнее пойду. Порадовало, что даже на глубине, вот там выше проходил, совсем мелко было, да, там сантиметров 10 уже хватает для того, чтобы, ну вот, на спиночку немножечко откренился, лег, ну вот, уже нормально проходишь. Покрафт не надо надувать вот прям сильно-сильно такого звона, ну вот, его достаточно надуть так вот, вот так вот, и он, по идее, я напарил, сейчас вот там были валуны, были камни острые, напарился, слава богу, нигде не порвался. Я думал, что порвать его достаточно можно, но сложно и не нужно. Пришло время подвести итоги. Покрафт спутник отличается от своих одноклассников формой заднего баллона спинки, который обеспечивает хороший упор для спины гребца и, следовательно, удобную посадку. Низкий центр тяжести и широкие боковые баллоны делают Покрафт чрезвычайно устойчивым судном. Поверх деки на кокпите без труда можно разместить велосипед, при необходимости поверх велосипеда можно уложить рюкзак. Расположение груза на кокпите положительно сказывается на курсовой устойчивости Покрафта. Следует особо отметить старания компании Time Trial сделать хороший продукт под конкретный запрос каждого покупателя. We'll be right back.